это крутой, блядь, вообще. Я вообще мега крутой. Бля, меня с вашей гильдии кикнули, но все равно ты крутой парень, пиздец, блядь. Так ты еще не видел, какой я на циркуле был, бля. Как у тебя ник? Нет, фликс. Какой, слышь, в смысле, ты на циркуле еще там топ-парень был тоже? Ну, X1 циркуль, знаешь? Ну я, слушай, у меня очень, блядь, бедный в семье, нахуй, я даже Вов не играл, когда он только появился, я только сейчас начал циркуль один, не знаю вообще. Ну, короче, с 2018 года на моем канале на ютубе есть записи, еще тогда были отголоски прошлого там, типа как, что было на циркуле, там есть интересные видосы, можно посмотреть. Там... На твоем канале, блядь, в 2000 каком ты говоришь, в 18-м? 2018, где-то конец 2018 что ли, записи были. Или 17-го, я уже не помню, блядь. Короче, я там предыдущий канал удалил и потом этот сделал. Вот если бы еще предыдущий был канал целый, то там вообще можно было столько увидеть интересного. Там просто в рейд, когда идешь, там играют 25 профессионалов. Вот как 25 пианистов взять, вот там вообще пиздец. Слушай, я понял, но на самом деле у тебя бы ни хрена не было. Я вот сейчас в гильдии пару раз услышал сообщение. Вы люди, которые ходят там ОК или РС, ой, не РС, а ЗСХМ, типа у вас тактика, которую у кому типа говорится. Я думаю, что у тебя бы ничего не было. Ну да, в ЗС тактики никто не знает. Да, не, на самом деле, я просто, понимаешь, для меня это в новинку, типа, ну мне как бы похуй. Я во много рейдов не ходил, но типа для меня это странно немножечко. Я не знаю, может я просто мало играю. Еще идет конкуренция за первоубийство. Смысл раскрывать какую тактику другим людям? Для ну, чего? Типа, какая разница? Ну, тактика и тактика, там, так открываешь, пускай, люди проходят. Пускай сами ебутся. Не, ну, ладно. Ну, может, я просто не понимаю. Мало играю, без случая, все такое. Давайте там полипал со старых нет. Ребятки? А, вы говорите? Если взять сухую математику, то я как бы поспрашивал у Твиси. Кто-то... О, Энджи. Зачарь мне, пожалуйста, посох. Я Реги дам. Блин. Там, короче, зашел, хотел попросить пацанов помощи, но там идет разговор про математику какую-то, про Эрдру. Там друид все хочет, блядь. Из-за уешнего хила спекнуться в этого. В соло таргет, та хила говорит. Изи. Ну короче, в таком случае, что мы делаем? Так и идем, короче, суммоним. Так, дискорд. За два тела досуманиваем. Ты там про сапоги видел, я писал? Сапоги в Раска на танк. Сапоги. Пусть на танк. Да видос, если что пишется, если что проебем, пересмотрим видос. Netflix на танк еще дублирует. Ну, я на всякий случай, я как бы проходил эту игру. Я в курсе, как это все бывает. Проходил эту игру. Смотрим Discord, сколько у нас тут людей? 15, хуёво. Без лута. И без лута пиши, они все зайдут. А я могу, блядь, зайти. Мама, ты есть у кого? Трэш. На танках метки и башни. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Сука, падла. Нету премиума, прикинь. Кстати, у меня тоже нету.
У меня жатвы нету, вот это прикинь вообще. Ты еще хуже, да? Это вообще очень хуже, блин. Она вообще не появляется, наверное, при заходении. У нас сегодня какие рейды? Ты имеешь в виду какие, когда, чё? Вечером. А, вечером. Твои я уже смотрела, да. А чё там было-то? Чё было в четверг у нас? ЦЛК было, да? ЦЛК, и потом мы пошли туда в ОКО. ОКО, да, вроде убили. Но ОКО фул прошли. Да, да, ОКО убили в конце. Осталось СРС, часть ЦЛК и ЗС. Хоть ЗС катать. Хоть ЗРС КХМ. Скорее всего, так и будет. Надо в ДВ рейд прийти, чё ваш ходить? Ходите лучше завтра в ДВшный рейд. Интересно, чем вы руководствуетесь, примораживальщики, блядь? Сука, бейте, все развернитесь, бейте квадрат. Потом остальные метки с маной. Что-то у тебя с игрой. Полипал, слышишь, ты если чё каски бафаешь. Куис, если у вас сейчас их было. Бров пятый? Я говорю, холипал. Холипал, fuck yourself, ты тут? Fuck yourself. Fuck yourself. Пальчики за этого роба. То же самое, давайте. Квадрат первый. Убивается. Какие-то два танка с ромбиком и кружком врываются уже в толпу. Происходит вытягивание. Сука! Не происходит. Ебаный пок. Сейчас произойдет, смотри, вот этого, красава, да? Красава, красава, лучше. Спасибо, спасибо. Топ тактика. Всегда нужен топ человек рейд, который ты мне заслакал, блять, на синдре столько, пиздец, блять. Я зашел тогда раз в 4, блять, недели, наверное, сейчас я не слакаю. Ты пойми, что рейды в 25, вот просто я объясню со своей точки зрения. Вот когда ты идешь рейд 25, ты пойми, вот если это пуга рейд, ладно, хуй с ним, там тебя кинут ЧС там или кикнут, блять, но ты пошел с гильдией. Там люди из гильдии, и эта гильдия, блядь, далеко не обоссанная какая-то, а топовая. И, блядь, ты подумай 10 раз, прежде чем идти в 25-ку, потому что 25-ка это 25 людей. Ты представляешь, что такое 25 людей? Вот у вас сейчас сидит здесь 25, и все хотят быстрее отсюда уйти. А если кто-то проебался, вайпнул рейд, представь, да, как это людям затягивает. Ну ты же понимаешь, да? Так я не вайп, слушай, я ни разу не вайпнул, я просто бегал как обоссанный туда-обратно, и все, никого не вайпнул, блядь. Все живы-здоровы, блядь, и из-за меня никто не упал. Не, за тебя вайпнулся рейд. Да ты, слушай, я просто бегал за эту, за льдину, и ты говоришь, а ты вообще понимаешь, что происходит? Ну я угорнул, типа, нихуя. А где он вайпнул? Да он замораживался лишнюю метку. То есть метка бежит. Блять, да, ну, блять, бывает. Ну хули. Причем не один раз, а каждый раз, когда метку выносили. Слушай, два или три раза, да. Ну, бля, мужики, ну, блять, давно не играл. Че, заслакал, че. Ты никого уж не убил, на лечении заслакал, все нормально. Ты никого не убил, потому что ДПС вагон, не хватает метку разбить, а бывает не хватает, это вайп. Так я ж топовые гильдии, они подстрахуют. Не, не, нельзя так думать, блядь, тоже вот эта хуйня. Ты, ну, просто, блядь, ну то, что ты не играл, это все понятно. Но ты тоже пойми, что
есть люди, да, которые похер, а, типа, блядь, потраем, там, и сидят задрачиваться. А есть люди профессионалы, вот реально, вот тут, если взять рейд, который убивает Джайну, там, Калиона 25 гер, там сидят профессионалы. Ну, без пиздец. Да я видел, там какой-то, я не помню, ник чел, но там тоже топовый такой мужичок. Он сказал, еще раз у меня в такую хуйню позовете, блядь. Я угарнул, да. Ну, понимаю, уровень, конечно, пацаны. Это, по-моему... Там какой-то, там, по-моему, пал какой-то, ретрик. Это вага. Да-да-да. Говорит, еще раз такой хуйню позовет. Чтобы еще раз я с вами пошел в эту хуйню. Я его уговаривала, говорю, Сережка, помоги, у нас один слот. Ну еще давайте раз. Шкаф, давайте сумнем робота так и быть. Не, просто понимаешь, что я с ним по текстам, я пианисту писал, когда меня типа брали, я говорю, типа давно не играл, я думал, знаешь, там дадут шанс там на 1-2 типа трая. Но тут, видимо, слишком серьезный отбор, блядь, хули делать. А ты типа гильдия у нас? Чего-чего? Ты гильдия у нас? Да, я был, я писал, типа, ну, и... Ну, я написал, что полгода не был, типа, возьмите. Я поиграл, и вот через 2 недели меня, типа, кикнули вот вчера. Я посмотрел, типа, видимо, чистили всех и ушел. Причем тут сколько ты не играл? Ты забыл, как, блядь, механика действует? Слушай, ну я, ну, наверное, забывать, когда я в основном только в доту ебашил, типа, я привык. Мне кажется, что вообще не знал. Ну, лича я один раз, типа, убил, ну все, как бы, я ему объяснял это все. Как бы, я так много раз не травил, пацаны. Короче, последний раз нас пикните. Это, короче, повезло, что оскорнение на него кинулось, блядь. Из 4 пугов тогда один только закрыл с нами лича в обычке. Не, там, по-моему, 2 человека осталось. Любой проф. Короче, не присуманивается. Какой эмпатия? Второй. Кто чек знает? Пишет. Я знаю, блядь. Спасибо. Все, до свидания, блядь. Алина, зови вагу. Рейд. Я не буду его ждать. Гуляем, босс. Ну ничего не надо было, ни тогда, ни сейчас. А почему Молдозар, он тоже, да, в этот вечер? Кого не пьет, надо ему, не надо, нахуй, нам поможет. Смотри, вступление там не прослак. Турги я немножко пьет. Я его тогда попросила на танк паролить. Ничего не упало. А вон патруль еще, кстати, хочется. Осторожно, метки выносите вот в район сзади, вот где Халион будет стоять, и вот сюда, где звезда бегает. Сейчас красные метки будут над башкой. Туда не носите, там патруль просто ходит. А он же варом, по-моему, сюда ходил, нет? Он с Япончиком, а с Войдом ходил паладином. Вступление. На этом КД нет, не ходил. Он не ходит в обычке, только если кому-то помочь. Я тоже вот помогаю. Метки выносим друг от друга рейндж. Как бы, по-моему, онлайн нету. Вступление. Кого онлайн? Лаги. Не, он мне пишет свара. Спросил про анролл, он написал. Сейчас я узнаю. Бля, прийти что ли так в рейд нахуй и сказать еще раз позовете на эту хуйню, блядь, со своими вайпами. Ну да, можно так, это вообще нормальная идея. Куда побежали? Пошли патруль... Вообще он так всегда пишет. Вот этот патруль ебанем. Вот этих мобов. Это почему ты когда водишь не с копии начинаешь бить босс? Кто? Но он не пойдет. Он на нубе сказал. Он не пойдет. Ладно. Охота закрывать, что ли? Верно.
фастовый рейд. Вообще изи. Блять, вот с этого все и начинается. Это типа быстренько пройти, блять. Лучше не говори ничего. А то дам первый участок. Сразу. Ты первый начал. Сразу все убьется. Вот метку не можешь. Если типа не где, то типа если затупил, то выживешь. Только если на лезвие сдохнешь. Да тут невозможно сдохнуть. Вообще никак. Так. Тут только на лезвиях можно сдохнуть, по сути. Чек на присутствие в лисе. Так, 22 тела. Хорошо, допустим. Так, значит, смотрите. Танчу по старинке, значит. Сейчас мы распределим. В черепке танчит драгон. Звездочки танчит... Кто там? Не выдаешь. Даже как-то непривычно тут быть саппортовым хилом. Чё, паладинов хила спекнул одного тут? Да-да, два хпалы. Шесть хилов, ёпта. Кстати, Полин, где мальдозавра потеряла? Не спрашивай. Ну его нахрен, я его в мудрости добавила. Свои нервы, чтобы не портить. По-моему, это единственный человек, который мне будет в моте. А я думаю, у вас любовь, романтика, блядь. Хэпал, ты в Дисе? Круш. Крушу ломай. Да, здесь, здесь. Ага, как Релогин сейчас скажешь. Жрите рыбу. Хорошо. Так, я хочу видеть на себе две частицы. Я тогда не сдохну, надеюсь. Там, кстати, в нижнем канале мост. Разве мост... две частицы стакаются? Да. У вас же мост, да, по-моему, ходит до вас оставили? Друидом. Да. Да. Вот, да. Вот он говорит то, что Твиси, короче, это топовый. Я слышал, мелька. Мне это не интересно. Блять, я просто угораюсь. Забей. Так, я что-то по бафам смотрю, чего у меня нету. Кристоб... А, кристобаф есть? Крик на хп есть в Аррегрейде? Нету, ну и ладно. Чек на пул. А можно МП5? По бафам. МП5. Пятая пати пал. МП5 раздаешь. Круши, ломай кулаки. Драгон каски. Надеюсь, они так раз... А, вразка еще страханешь кого-то. Если они что-то не дадут. Чё, я ж не бью. Ну ты... Я имею в виду по бафам страханёшь. Всё, даю отчёт. Мы не должны обосраться. Если мы обосрёмся, то... В поле пауэри у всех баф стоит. Ты, блядь... Цирк приехал. Ну, щиток сняла. Щиток-то всегда будет сняла. Не заешь, ты же в 10, да?
это самое. Чтобы словить копию. Ты только не перепутай босса с копией. Чтобы ее словить. Перед тем, как будет 33%, процентах на 40 подбежишь к боссу. За спину. Чтобы когда тебя откинул, ты был в рейнже таунта. Шаришь, да, эту тему? Это вообще красавчик. Перед 33 дам Т4. Т4, милики сейчас два босса. Так, не даешь, ловит, лови. Отлично, все копии бьем. Может, Геру? Нет, не надо. Бесполезно. Тут от дебафа снижается дамаг в процентовке. Тут Гера это вообще срань ненужная. Просто зря сольем. Сейчас, короче, подрублю голос. Долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Каску кулак, отдайте руки, пожалуйста. Я уже сдалась от страха. Я сломаю, дам кап. Даю. Да. Я это сказала для других крестов, что я антистрах дала уже, чтоб тебе дали. Большое.
Странно делится, я где? Я вот в свету, да. Каску дайте по ханту. Каски говорили Драгонса, но... Я не слышал, меня не было. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Тотемы, ходки никто не ставит. Кто ебал вам откусил? Уберите тотемы. Я вот, блядь, специально Никитос тебе уронил. Давай на реакцию, кто быстрее. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Кто там, прости... Кто заходит? Почему? Я про танку. Танк. Я не думаю. А заходит на второй вытяг? Может мне ретрекнуть, когда во тьме побить желтые джаги? Там у вас ауры на кастлик. Там можно?
Топнет меня. Вот смене весь. О, блин. Что, Гера? Гера. А в свету? Пацан. Побежали. Через хвост беги. Бегите. Давайте Геру. Побежали. Шаман, блядь. Правее, правее. Нормально. Ага. Правее, левее. Можете больше не стоп. Чё, блядь, за одни сапоги, ёбаный. Чебот. Все. Теперь этот бич. Портал нужен куда? Первое. Тему одного нужно. А чё в резке? Он типа просил ботинки? А. Всё, я, блядь, свалил.